Я думаю, что просто не думать это то же самое, что и медитация. Привет, друзья! Я вот тут лежу, ничего не делаю и думаю. Я никогда не понимал с самого детства смысл медитации. Зачем люди медитируют? Зачем они вот погружаются в какое-то там состояние? И вот сижу, точнее лежу как сейчас, и начинаю понимать. Люди, оказывается, медитируют, это чтобы очистить мысли. Оказывается, когда у человека много проблем, когда он потерялся, когда он не знает, что делать, а это все, конечно, взаимосвязано, когда он теряется, не знает, что делать, когда много проблем, вот, тогда надо очистить мысли. И вот теперь я понял, почему люди медитируют. Я не понимал, наверное, у меня никогда не было столько проблем. И вот сейчас тот самый момент, когда я тоже хочу все мысли разогнать и хочу ни о чем не думать. Получается, медитация – это чистка головы от всяких разных мыслей. Может быть, я не прав, не знаю. Может быть, вы мне в комментариях напишите, что такое медитация. Но на данный момент я понимаю, что когда появляются проблемы, то хочется их решить. Когда ты хочешь их решать, то ты делаешь какие-то поспешные действия. А действия надо делать все, естественно, не поспешно, а разумно, и чтобы ясность была в голове, когда ты что-то делаешь. Мысли, мысли, мысли. Приходят в голову разные мысли, и такие мысли, и как будто какое-то наводнение мыслей. И вот они, эти мысли приходят, и приходят, и приходят, и опять эти мысли. Какая-то эпидемия мыслей. Вот эта эпидемия мыслей, а ты уже не хочешь эти мысли, ты об этих мыслях не думаешь, но эти мысли приходят, и приходят, и еще приходят, и они наполняются, и никуда не уходят, и голова становится большая. Да, такое бывает, когда приходят мысли, ты гоняешь эти мысли туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Или они сами гоняются, даже не ты их гоняешь. Такое ощущение, как будто они сами туда-сюда гоняются, эти мысли, в твоей голове. И даже думаешь, что это уже не по твоей воле эти мысли. Но эти мысли постоянно туда-сюда бегают, и как будто их кто-то подсылает, эти мысли, и это вроде бы и не твои. И вроде ты уже все, я уже не хочу об этом думать, но эти мысли опять приходят и опять начинают мучать твою голову. Надо избавляться от этих мыслей. Да, я считаю, что полезно иногда просто не думать, ничего не думать, ничего в голову свою не забивать ничем, просто не думать. Когда много мыслей, то лучше просто не думать. Если у меня возникают какие-то проблемы или мысли, которые мне не дают нормально сконцентрироваться, я ложусь лежать или спать. Особенно после сна. Кто-то закидывается водкой, кто-то. Так как я не употребляю ни алкогольных напиток, не курю, и я с недавних пор веган-сыроед, мне помогает сон. Я ложусь и сплю. Надо лучше взять, лечь и поспать, и потратить на это время, чем тратить время на думать над тем, что ты думаешь, как решить какую-то проблему. Просто бери, ложись спать, и когда ты просыпаешься, у тебя ясность в голове, и ты тогда проблему намного быстрее решишь, чем ты вот не спишь, и часами подвисаешь, и мысли гоняешь туда-сюда, и не можешь никак сконцентрироваться. Надеюсь, я кому-то этим помог видео. Пишите, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Сергей Лихий.